Так, друзья, мы продолжаем играть в Devil Within. И нам, пожалуй, нужно идти вот сюда. А, нет, подождите, или что нам нужно? Куда идти-то, ёп? А, ну вот, всё правильно, да. Так, а кто-то меня палит. Так, ну-ка. Так, секунду. Черт. Запалили, что ли? Да, валите отсюда нахер. Хотя нет, давай ты вали, а ты оставайся. Ух ты, я сюда зашел. Угу. Он повернулся. Ага. А этот где? Отлично. Что, запалили, что ли? Что-то глаз вроде красный, нет, так что. Ладно, сейчас подождем, пока это еще один выйдет. Шарахнем его, пожалуй. Пойдем. Ага, вот он. Так, ну что-то тебя не видно. Ага. А, все ясно, он туда-сюда ходит. Да куда ты? Не ту кнопочку нажал. А, дверь-то закрыта, блин. Ладно, отвалить отсюда, пожалуй. Хотя там... Тут еще есть. Так. Ага, ну-ка. Здесь нас не должны запалить спички. Так, а что-то... А, это ящики, да? Ух ты, как шумно-то. Их еще и разбивать можно. Так, ну что, надо и уйти. Так, только вот куда? Там жопа. Жопа какая-то прыгает. Смотри, тут кто-то есть. Так, ну ладно, нам по-любому вниз. Смотрите, смотрите, как он идет. Пожалуйста, только не сюда. Так, давай, 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 пожалуйста, пожалуйста. Отлично. Зачем сжигать, я так и не понимаю. Так, мы это возьмем. А это сожжем. Отлично. Так, и теперь у нас там из арсенала есть пистолет. В 16 патрон, да? Так, ну что, здесь у нас кто-нибудь есть? Смотрите-ка. А, нельзя открыть. Может, раздолбать можно? Да, можно, смотрите-ка. Так. А чё, здесь никого, да? Значит, можно быть спокойным. Более или менее. Ага, вот здесь у нас есть еще. О! А это что такое?
Какие-то инструменты или детальки, я не знаю точно. Так, смотрите-ка. Там кто-то ходит, что ли, не понял. Давайте здесь перелезем. Так, и смотрим всякие ловушки. Нет ли здесь их? Да, вроде нет. Так, здесь у нас тоже пусто. Так, а здесь у нас какой-то проходик есть, да? Ёп-ёп-ёп. О, чувачок, смотрите-ка. Задом повернулся. Не, я думаю, мы не успеем. Так что давайте-ка вот сюда. Да, ну, может, успели бы. Ну, ладно. Так, а где он, кстати? Куда-то свалил, да? Ладно, давайте. Да, в принципе, наверх можно пройти. Или не будем? Ага, он куда-то вошел. Долбанные звуки. Так. Так, так, так. Кто-то шипит. Нафиг, не пойдем туда. А, давайте-ка... А, перелезем... О, а, капкан, нифига заметил как. Так, ну-ка. Тут у нас ничего нет. Смотрите, тут у нас только какая-то лестница. Честно, можно ли туда вообще лезть, блин? Стремно как-то. Я надеюсь, можно. Тихо, садись, садись. О, смотрите-ка, что такое. Болт-вспышка. Снаряд для арбалета. Агония. Ослепляющий врагов. В общем, ослепляет врагов. Это штуковина болт-вспышка. Видимо, нам нужно... Ух ты, нифига тут всякие вкусности. Сколько, смотрите-ка. Детальки какие-то нам дают. Я, правда, не знаю, что это значит. Мы полезли вниз. Там никто не спустился к нам. Если не подошел... Не подошел ли? Кто-то рычит. А, вон наверху. Так, ну нас не замечают. А здесь? Не, здесь вроде более-менее безопасно. Я был наверху. Откуда он упал? Знаете, что меня смущает? А, то, что... Твою дивизию, что ты делаешь? А, фу, он бутылку не выкинул. Так. Ладно. Перелезть можешь? Фига, молодцом. Перелез. А, это-то сюда сможешь? Да, сюда тоже смог. Вообще круто. А открывать-то безопасно или как? Ну-ка. Зомбичок там один ходит. А ну-ка. А, смотрите, колья. Можно его туда заманить. Ой-ой-ой. Только бы он сюда не шел.
А туда можем кинуть? Нет, мне нельзя туда кинуть. Бутылку. Отвернись. Твою дивизию. Промахнулся. Мочи его, блин, давай. Эй, я же вроде поджечь нажал. А, я не на ту кнопочку, видимо, фонарик зажег. Да, ух ты, тут еще один. Вот для чего их сжигать надо. Ладно. Так, теперь посмотрим, что у нас там. Шприцы есть? Нет, нету. Кстати... Да... Ребята, ну... Вы чё, смеетесь? Да сколько же вас тут? Давай, долби! Все. Блин, как их много-то. На выстрел сбежались, вот засранцы. Это что такое? О, арбалет! Или что это? Да. Дальность. Прицелить, выстрелиться. Удерживайте дольше, чтобы изменить дальность. Это снаряд мин для арбалета агония. А, смотрите, его можно установить, например, на стены, на пол и даже на врагов. Это что-то типа, наверное, детонатора. Ой, ну, в смысле. Так, а что у нас теперь есть? Сделать болт, если... Ctrl сделать болт, если выбрана агония. Ну. А, вот. Требуются детали. Ой. Такая что такая буковка. К. Так. Другой болт, другой, другой. А где тут пишут какой? А, видимо, смотрите, это типа взрывной, да? Все, да, нельзя. Или что? А, вот для чего деталь. Да, это что такое? Ну, давайте это тоже сделаем. И это получается у нас... А, вот они, смотрите-ка. А как их перенести? Ну-ка, давайте-ка. А как установить-то сюда? Ну, F4. Чуваки, подскажите, как делать? Как установить? Видимо... Ну, ладно. Чё-то как-то не работает у меня, я не знаю. А что делать, как установить-то? А, вот, стоп, смотрите-ка. Использовать информация, варианты. Так, это нам не надо. И ну и чё, как поставить то на определенную ячейку? Ну ладно, блин, и чё делать, как я теперь буду, так что ли тупо нажимать? Хм.
А как болты тем более выбирать? Вон, пистолетик возьмем. Так, а тут что-то подобрать можно. Гарпун! Насквозь врагов будет месить. Так, а что получается? Мы можем... Вот мы можем теперь... А, гарпун не можем пока, да? Ну ладно. Бутылка нужна. Так, а здесь... А, ну все, они здесь все сбежались. Поэтому здесь в основном никого, да? О, смотрите, дробовик. Прицелиться. Угу. Это какой-то новый. Блин, ну как же поставить-то на определенный слот? Установить быстрый доступ. Ну ёп, ребята, как? F4, F3, F2, F1. Как? Может быть... Может быть, типа, выбрать? Блин. Ладно. Не знаю даже. Так, ладно, давайте-ка. Смотрите-ка, вот это что за значок. А, ну типа выбрать. Ну ладно, давайте применим его. И тут еще патрончики есть. Ладно, будем пока. Блин, ну тупо я скажу вам. Как-то непонятно, как.